Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и возвращаемся обратно в нашу студию в прямом эфире. Я Герман Громов, и со мной, к сожалению, выбывший из борьбы за путевку на мировой чемпионат, капитан команды «Атрибутс» Михаил Планк-Ожевников. Миш, в первую очередь, давай начну, наверное, с мажорного. Поздравляю, что, во-первых, вышли на лан, и сочувствую, что проиграли сразу, получается. Ну, третье место вы занимаете. Первый вопрос. Что пошло не так? Давай начнем с первой карты, с ДЦ. На ДЦ, мне кажется, просто у них залетало все, а у нас где-то сыграло волнение, где-то... Ну, когда у одной команды все получается, у другой ничего не получается. То есть там не было того, что мы как-то боялись, просто не залетело. А у них залетело. То есть именно по стрельбе, да? Да, выходили вот Соу... Соу выходил, получал с пули. То есть не он не попадал, а в него очень жестко попадали. Ну, бывают такие, знаешь, вот не я вот говорил перед матчем еще у команды AUXZ, точнее, после матча AUXZ в Ивиксе, там тоже 10-1 на ОВГ было, когда AUXZ выиграли. И бывает такой день, что у тебя, ну, просто не летит под всем законом там жанра, да, то есть закон подлости, что ты стреляешь, 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 и тупо просыпаешься в один день, и ты понимаешь, что у тебя вообще ничего не получается. Да. Ну, вот и сегодня, к сожалению, выпал этот день не только на вашу, получается, беду, но и на команду AUXZ, правда, у них получилось собраться. Ну, во-первых, это из-за сыгранности состава, наверное, больше из-за наличия более опытных игроков, если так все-таки можно сказать, что действительно парни играют, ну, немножко больше вашего на профессиональном уровне, тем более в онлайне хорошие результаты были. Смотри, ладно, деловой центр, там, понятно, 10-1. Вы отпускали карту в какой-то момент или вы все равно пытались в игру, нет, вернуться? Мы пытались до конца что-то сделать. Ну, всегда что-то не получалось. Ладно, окей, карта ДЦ, там, в принципе, окей, все понятно. Карта убежище. 4-0. Все великолепно. Ну, просто все, вот она, кажется, вот она. 1-1, и давайте нам третью карту, там на ней мы все решим. 4-0, 5-4. Они поменяли игру, они альфа укрепили, поставили два уга. Мы просто не смогли почему-то подстроиться. Мы каждый раунд пытались что-то менять, ходить там только под альфу, ходить только под Б. Ну и там не было такого, что мы 5-0 отлетали всегда именно какие-то микроситуации. Один в один, один в да. два, вот это. Ну это вот сказывается именно опытность их, то, что они этим сезоном, этим составом уже не один сезон к этому идут. А у нас, можно сказать, Вури недавно подошел. На лане трое человек, именно на таком лане не были еще. Ну у тебя, по-моему, тоже, да, это такой прям у первый меня, лан? Да, я только серьезный на лан. России был. Ну, это да. Ну, в принципе, мы Кубки в России в учет не берем. Все-таки там масштаб немножко другие. И все-таки ответственность другая. Здесь же, опять же, путевка на мировой чемпионат полететь в Бразилию. Думаю, все хотели. Но, тем не менее, увы и ах, гранд-финал в AUXZ AUXZ. О них мы чуть позже поговорим. Миш, вот вопрос к тебе в плане, как вот с каких городов вы, кто откуда добирался? То есть, вот интересно именно ваша геолокация такая. Я с Питера ехал на машине. Ты приехал не один, по-моему. Да, я с девушкой приехал. Личная поддержка. И Соу с девушкой приехал на стулы. В AUXZ Тюмени летел. Макс с Нижнего Новгорода его. А Саня тут живет. Вариант. Ну, один игрок только, да, у вас получается, да. С Москвы и все. Вариант. Усилил игру вашей команды? Да. То есть ты можешь 100% с этим согласиться? Да, потому что Максим сел на АУК вместо дирижера. Он не хуже играет с АУГом, а у Максима именно игра такая, ну, более под АУГ. А Саня, он под УАшку, как агрессивный, вот такой игрок нам нужен был. Смотри. Мне кажется, сильнее мы стали. Давай немножко поговорим о самом моменте, как тебе вообще место проведения? Мне очень нравится, вообще никаких минусов в этот раз не было. В организации, то есть ты полностью доволен? Там предыдущие ланы всегда что-то лагало, сейчас все идеально, идеальные компы. Хорошие випки, поэтому все устраивает. Ну все, отлично. Смотри, сейчас давай немножко тогда перейдем уже немножко наперед. Гранд-финал AUXZ в Evictus. Вот ты бы кому отдал предпочтение? Не будем обращаться к тому, что вы там проиграли в Evictus, брать там, так скажем, фаворита своего из обиды, возможно, если такого есть. Но я думаю, что нет обиды, там обида, наверное, прежде всего на себя должна быть, что проиграли. В Evictus или AUXZ полетят на мировой? И кто ты считаешь вот, более достоин все-таки? На самом деле не знаю. Если вы и Виктисы будут играть как сейчас с нами, то есть не знаю, может это или мы плохо играем, но нам показалось то, что они попадали все, то есть очень хорошо попадали. Если они будут играть как сейчас, то у них есть шанс. Но тут еще может сказаться то, что у них минус одна карта, хватит ли сил, потому что вот, ну я себя сейчас чувствую уже очень уставший. Уже уставший. Да. Могут вы и Виктисы, могут AUXZ. Больше, конечно, шансов у АО. Но только из-за одной карты? Только из-за этого?
Или все-таки, если даже вот равное, допустим, BO3 поставить? Ну, не знаю, мне кажется, у них моральный подъем какой-то сейчас больше. То есть они уже их выиграли, они понимают, что они на данный момент как-то их сильнее, что в Эвиктис их, может быть, побаиваются. Плюс у них никакого волнения мы не заметили. То есть там Тео носится. Вообще как резно. Как в лучшие свои времена, там в тех же бигрипах просто ему дали волю, он бегает, убивает. Поэтому, ну и у Эвиктиса все хорошо сейчас. Не показалось ли тебе, что, допустим, сегодня вот Зомбак со Светом немножко, ну вот как-то, я не знаю, реально просели. Они постоянно регулярно на ланах играют очень хорошо, но сегодня как-то вот по стрельбе у них немножко, ну как-то во многих моментах вообще да, не залазили. Бывает там больше такое. Томас как-то вот сейчас вот на ДЦ вот Томас там вас закрывал под аплотом очень хорошо, прям причем один в первом же раунде. Там на длине где-то вы отлетали там от гантели и так далее. То есть у Ашки работали вот у атрибутов, у команды ВХ очень хорошо, а вот звена вот аугеров не было. Как... А они, в принципе, всегда стреляют. Но вот именно на ваш как-то матч не особо попали. Нельзя же всегда попадать. Всегда кто-то хорошо, кто-то плохо, кто-то может просесть. На самом деле, очень многое решает. Вот дома ты сидишь, у тебя даже вот это вот, как ты сидишь привычно. Если ты на лане вот хоть чуть-чуть не так сядешь, вот это вот где-то рука не долежала да, да, там. Да, где-то, это да. На самом деле очень много решает. Немного волнения, тоже там миллиметр не довел, все. Не попал, то есть может такое быть. Угу. Ладно, Миш, смотри, мы тогда будем плавно подходить к логическому завершению этого интервью. Хотелось бы, во-первых, вашу команду очень хорошо, прямо вот поблагодарить, действительно, спасибо за классную игру, спасибо за попытку вернуться против команды Вейвиктис. И вот смотри, приветы, пожелания, не знаю, игрокам новеньким, приветы болельщикам, приветы родным, близким, девушкам, девушке. Привет девушкам нашей, моей СОУ, которые очень сильно болеют за нас. Всем, кто за нас болел, родным, близким, вам спасибо за организацию очень хорошую. Тебе все, спасибо, во-первых, что приехал, да, ты на машине, тем более дорога тяжелая. Ты, кстати, когда собираешься обратно? Завтра? Да, завтра, я думаю, мы погуляем, весь день будем гулять, а потом поедем. Вечерочком, да, в ночь, чтобы без пробочек нормально доехать, долететь. Миш, спасибо тебе большое, дорогие и друзья. Тебе. Для вас работали Михаил Кожевник, фон же План, капитан команды Атрибуции, я Герман Громов. Сейчас мы врываемся на небольшую музыкальную рекламную паузу и вернемся к вам с сюрпризом. Не скучайте.